Salam Tatiana. Salam. Tatiana, siz atanızı axtarırsınız. Mən belə başa düşdüm. Да, своего отца. Физули Гурбангулу. Adını, soyadını bir daha deyə bilərsiniz? Все, что я знаю, его зовут Физули Гурбангулу. Физули Гурбангулу. Гурбангулу. А фамилию не знаете, да? Да, я так понял. Bilmirsiniz, familiyasını bilmirsiniz. Tatiana, atanızla ananız haqqında bizə danışın və taleyinizi bizə danışın, görək nə baş verdi. Niyə atanız sizi qoydu, gəldi və niyə ananız da sizdən imtina elədi? Мне было 10 лет, когда мама когда отец приехал за мной. А до того мы жили с отчимом. Мама вышла замуж второй раз. И родилась у меня сестренка на 6 лет младше меня. Мне было 10 лет, когда отец приехал за мной на Украину. Ага, 10 yaşım olanda ise atam ardımca Ukrayna'ya gelmişti. Он приехал и сказал, Лена, отдай мне мою дочь. Ага, ve gelip hanımına deyip ki, kızımı ver bana. Но мама сказала, она не твоя дочь, она только моя. Я родила ее на Украине. O senin değil, o benimdir. Ben onu Ukrayna'da doğmuşam. Потом я его после того больше не видела. Bəs ondan sonra ben onu görmemişim. Но так сложилось, мама не сестры. Мама начала пить, бросила этого второго. А сам очень... Я вас не понял. Еще раз повторите, пожалуйста. Мама бросила отца второго, не родного мне. Ага. Забрала меня и сестру и уехала в Финикскую область, там, где мы родились. Где мама родом оттуда. Ага, cümləni mənə eşitmirəm, qulağımda da qulaq var, ha? Да. Продолжайте. Мама отца второго, моего не родного, бросила, родного сестры отца бросила. Ага. Анасы ikinci həyat, ikinci həyat yoldaşında atıp ve gedib. Ha, indi başa düşdüm. Aha. Aha. Уехала в Винницу и продала там дом. Но перед этим там жила моя бабушка, мамина мама и дедушка, мамина мама и папа. Ага, demeli evi satıbdı, hansı ki orada atası ve anası yaşayıp, anasının atası ve anası, aha. Когда мне было 8 лет, мою бабушку перерезал поезд. Что? Мама долгое время из своей бабушки не могла идти. Татьяна, это непонятно было, что вы сказали. Там... Еще раз повторите, пожалуйста. Ага. Мама переехала в тот дом, где она родилась. Ага, это понятно. А там жила бабушка. Мне было 8 лет, когда ее перерезал поезд. Поезд. А, катар vurmuştu, diyorsan. Катар vurmuştu onu. Ага, анасını катар vurmuştu. Да, понятно. Да. И мама продала этот дом. Ага. Начала пить. Продала нам цыганин. Пока она продала... Ага, demeli, anası da evi satıp içmeye başlayıp ve ispirtli içki içmeye başlayıp ve iki kızını da qaraçılara 100 dollara satıbdı. Qısa fasilədən sonra biz danışacağıq ve mən Füzuli... Qurbanoğlu. Qurbanoğlu Füzuli, Portiliç deyir. Bu, Lənkəranın Liman şəhərindən olan. Və indi şəkildə isə göstərəcəm. Firdosinin bacıları, Füzulinin bacılarıdır. Füzulinin öz şəkli yoxdur. Bu, Füzulinin doğma bacılarıdır. Portiliç o vaxt deyirdilər, indi Liman şəhəridir. Lənkəranda Liman şəhərində Firdosi Qurbanoğlunu tanıyanlar və... kim?
Füzuli Qurbanoğlu'nu tanıyanlar ve bu iki hanımı tanıyanlardan xahiş edirəm bizden əlaqə saxlasınlar. Tatiana, Füzuli'nin kızı Tatiana uzun illerden sonra zəng edib ve atasını istiyor ve doğmalarını istiyor. Слышите меня? Слышите. Татьяна, как вы думаете, вот отец ваш, он примет вас после стольких лет? Я не знаю. Мен слышал, что отец сизы, бах, пока дарилардан сорги облич, мен билмирам. Мне ничего не надо. Мене ондан хеч не лазым дейл. Я все есть, мне ничего не надо. Менем хер шеем вар, мене хеч не лазым дейл. Mən bildiyim qədərilə, Tatiana, sizin bir təsərrüfatınız da var. Da, yeah. A u vas deti jest? U меня шестеро детей, моих четверо, и двое детей бросила сестра мне. Я забрала. Altı uşaqları var, altı uşağı var, onun dördü özünündür, ikisi isə bacısının uşağıdır ki, o saxlayır. Aha. Я не могла пустить их в детдом, детский дом. Мен onları uşaq evinə buraxa bilməzdim. Aha. Я там голосовала, мы там над нами издевались. Я не могла. Biz orada yaşamışıq, bizimlə orada, belə deyək də, ələ salırdılar, alçaldırdılar, şəxsiyyətimizi alçaldı, məsxərəyə qoyurdular bizi. Ну да, продолжайте, Татьяна. У меня есть все, у меня корова. Mənim hər şeyim var, heyvanlar, inəyim var, taxıl əkirəm. Меня мой муж принял. Mənim öz şəxsi təsərrüfatım var. Он забрал меня. Mənim ərim məni çox yaxşı qəbul edir, o məni götürdü. Мне ничего не надо. Mənim çox yaxşı ərim var, mənə heç nə lazım deyil. Я помню лицо своего отца. Вам сколько лет? Вам сколько лет, Татьяна? Мне 35. 35 яши вар. Сколько лет уже вы не видите своего отца? Мне было 10 лет, когда я его видела. Тогда это делает 25 лет, да? Да. Ага, 25 ildir ki atasını görmür. Onun 10 ilini görüptü de, 10 yaşında görüp atasını, ondan sonra görmüyor. Вот как вы помните своего отца? Он такой... Necə xatırlıyorsunuz? O hündürüydü. Yaraşıqlıydı. Bığları var idi. Mama, даже я не знаю почему, после стольких лет мама, когда увидела его, она быстро одела серёжки, волосы распустила. Mən bilmirəm nə üçün belə eləmişdi, amma anam uzun illərdən sonra onu görəndə sırqalarını geyindi, sonra saçını düzəltdi, özünə əl gəzdirdi, bəzəndi. A vı qaq vı dumiti, poçimu ana tak zdelala? Я не знаю, я не могу сказать. Mən bilmirəm, mən deyə bilmərəm. Примерно, я знаю. Наверное, она любила его из-за этого. Не знаю, она его любила, но бросила она его, потому что хотела... А она его бросила, я так понял, что она его бросила, да? Она его бросила, ага. Она просто хотела свободную жизнь. Ага, демали, она атасыны атыпты, анасы атасыны атып, ve o serbest bir hayat yaşamak istermiş, azat bir hayat yaşamak istermiş. Ага. Она сама виновата в этом. А почему она не отдала вас отцу? Она меня не отдала отцу, я не знаю почему. Мен bilmirəm. Çünki sizi onu uşaq evinə vermişdi. Nəyə görə atasına vermədi ki? Yəni uşaq evinə verənə qədər atasına verdi. Но то, что она с нами сделала, это очень большой ужас. Мы много пережили, сестра и я. А она не отдала вас детдом, она продала вас. Я так понял, да? Она нас продала цыганам и ещё не продала. А uşaq evinə verməyibdi. Şey, qaraçılara 100 dollara satıbdı bunları. По вокзалах ходили, просили деньги, чтобы купить булочки. Мои дети сейчас не хотят ни селедки, ни рыбы, ни мяса, ни молока. У меня все есть, они этого не хотят. Mənim uşaqlarım heç nə istəmir, nə balıq, nə sırğa, nə heç nə istəmirlər. Onların hər şeyləri var, bizim hər şeyimiz var. Aha. Qaraçılar isə onları diləndiriblər. Adi bir... Aha. Sonra bir qaraçılar, hansı ki satdıqları qaraçı onları başqa bir qaraçıya satıbdı. Bəli, bax, Füzulinin, onların əlindən qaçıblar bu uşaqlar. Когда вы сбежали, тогда сколько вам было?
Мне было 12 лет, 12 когда я yaşım var idi. Ah. сбежала Aha. от Qaraçılardan цыганов. qaçanda mənim 12 yaşım vardı. Aha. A куда вы сбежали? Куда вы сбежали? Волосы были черные-черные, Mənim а saçlarım qapqara idi. волосы Aha. белые. И мне меньше давали деньги, потому что я похожа была на цыганку. Aha, mən qaraçılara bənzirdim. Saçlarım qapqara idi. Ona görə də məni qaraçılara bənzədirdilər və pul verdilər. A vy kuda sbezhali, kogda vam bylo 12 let? Я сбежала в Москве на Киевский вокзал. Меня продали в Москву из Винницы. Aha. Насильно. Mən Moskvadan Vinitsa vağzalına gəldim. Aha. А потом я сбежала, поехала на Киевский вокзал в Ah. Москве, подошла к полицейскому. Меня отвезли в Polise участок. yaxınlaşdım. Попросила его, чтобы нас отправили спецприютами и чтобы нас забрали детдом, чтобы мы могли хоть как-то выучиться, а не ходить Aha, по yani biz polislerden xahiş etdik ki bizi uşaq evinə versinlər, heç olmasa biz nə isə oxuyaq, öyrənək, təhsil alaq və bax beləcə. Aha, Tatiana, buradan sizə demək istəyirəm ki, atanızla bağlı bəzi informasiyaları almışıq. Только я могу это сказать вам сейчас, что он жив. Bunu deyebilirim ki, atanız sağdır. Bence birazdan salavat da çevireceksin, çünkü sen Azerbaycanlısın. İnanırım buna. Füzulünü hala ortaya çıkardık. Bundan sonra da bir belə de eləyersen. Təbii ki, hörmətlə yanaşırıq, amma həm də qanında Azərbaycanlı qanı var. O bunu da bilməlidir. Yəni ən azı biz Adlı Tapan'a Səlman qanı da var qanında. Adlı Tapan'a sarı. Bəli, İnşallah. Yanaşma doğru yanaşma. Çox qəribə bir tale və ailəyə bağlılıq mən düşünürəm ki, atasından gəlib. Çünki gen ata qanıdır. Çünki ana onları qoyub getmişdi. Ata axtarıb, hətta istəyib, amma xanımı ona verməyibdir. Bəli. Haftanın bazar günü inşallah bir yere gideceğim. Tatiana'nın atasına göre. Eşk olsun. İnşallah. Tatiana'ya demeyin ha Terana. Dedin yoksa? Ha orada deme. Orada deme yine. Yaxşı. Tatiana'nın orada yığıştırın biz başka meselelere geçeyim.